добрейшие коллеги начинают после матча пресс-конференции с участием наставников, встречавших сегодня команд. Первым, по традиции, слово главному тренеру гостей. Пожалуйста, господин Кинан, ваши комментарии по прошедшему матчу. Tonight was a game of special teams, making the difference. Again, we were shorthanded more often than Ufa, and we had to kill off 5 power plays, which we did successfully. Our penalty killing was very solid, and our goaltending was very, very good. And we were able to capitalize on our 1 of 3 power plays to get the goal and to win the game. Разница в игре была с специальной командой, большинство меньшинство. У нас опять больше было меньшинства, нам пришлось отработать, сыграть 5 раз в меньшинстве. Здорово сыграл вратарь, здорово сыграл меньшинство. И на пару большинства, которые были, у нас сработало отлично большинство, и мы выиграли эту игру. Спасибо. Владимир, по матчу. Ну, хорошая равная игра. Хорошая равная игра. Были возможности у соперника, были у нас возможности, но соперник в этом матче забил на гол больше. У меня, в принципе, все. Спасибо наставникам. Пожалуйста, коллеги, ваши вопросы, и не забывайте представляться. Да. Дмитрий Кричик, ТВ. Вопрос Кинану. Господин Майк, вы 2 раза показывали судьям, правильно понял, что вы показывали 2 раза судьям, что были рыбки, да, когда удаляли ваших игроков? Yeah, I'm really surprised. I guess the one thing that surprised me about the league overall compared to the NHL is that when players dive in the NHL, the diving players are posted publicly and in the referee's room, so the referee knows who the divers are. And it's a tactic that's been used and is being used in the KHL, which I think is not reflective of the game of hockey. I think it's a man's game, and it was a problem in the NHL, and they got rid of it by calling the diving. The rules in the book, and probably the KHL eventually will address the same issue. Call the diving, and then you'll just turn it into a man's game, which we're used to in the NHL. It takes away from the game, and it takes away from the competition. Да, это действительно так, что в отличие от НХЛ, у судей висят игроки, фамилии игроков, которые делают рыбку или легко падают. Все-таки это мужская игра, и, наверное, КХЛ тоже дойдет и будет с этим разбираться. И не будет столько этих моментов. Следующий вопрос. Да. Следующий вопрос к господину Кинану. Вы говорили, что после игры обязательно пообщаетесь с командой. Да, в прошлый раз мы успели за пресс-конференции. Вас интересует отношение первого звена к тому, что вот они пропустили период. Их это сильно завело, как дополнительно мотивировало. Вы видели в глазах какую-то, может быть, дополнительную злость спортивную? Last time in the press conference, you say you're going to talk to you didn't have a time to talk to your team. Right now, you probably had a little bit time to talk to your team. Is it turning on your first line because you bench him in the last game of the period? No, I didn't talk to the team after the game tonight. If that's what you're referring to. Первое, что так, поговорить еще не press conference again, не успели, особенно. I just address how we wanted to play yesterday and today in the morning and in our preparation period, but that had nothing to do. It wasn't a benching. It was a fact that I thought that we had lost momentum in that game, and that's why I had went to the other players to try to turn the game around with a different style and a different set of tactics. Sometimes that's a good alternative if it works out. It didn't last game, but they responded and played pretty well tonight. Мы вчера и сегодня готовились по обычному плану. В той игре было так, что соперник перехватил инициативу, и этими передвижениями разными по
пытались обратно ее вернуть, и это не получилось. Это не была их посадка из-за плохой игры, а просто что-то попытать что-то изменить от других игроков. Еще вопрос, да, Юля? Краснова, Россия-24. Да-да. Как будем готовиться к следующему матчу? Какой это хоккей будет? Оборонительный? Ну, оборонительный хоккей, как хоккей, он его невозможно разделять, да? Не бывает оборонительного хоккея, да? Надо играть и впереди, и сзади. Будем готовиться. Еще. К следующему матчу. Вопрос по Дима Владимировичу. Как вы считаете, кто находится сейчас в отличие между прикомандами в Магнитогорске, Украинским? Матчи все принципиальные, матчи все равные, да? Голы решают исход матча. И игра в обороне команда. Нельзя сказать, что мы играли все матчи, те матчи, которые мы проиграли, да, мы, в общем, проиграли в одну шайбу. И в любой игре была равная борьба, просто какие-то нюансы, наверное. Нюансы определяют исход каждой игры. В каждой игре по-разному. Еще вопрос. Да, Гриш? Как говорится, Прогрессив Бонус, Владимир Владимирович, в общем-то, города расположены близко, и болельщики, что одной и другой команды активно поддерживают. Ну, в общем-то, болельщики нас поддерживают везде, да, и в Магнитогорске, и в том числе в других городах, куда мы приезжаем, что очень приятно, в общем, для нас. И болельщики – это шестой игрок на площадке. Когда болельщики поддерживают, всегда легче играть и легче настраиваться на матч. Это очень важный компонент. И, в общем-то, что в прошлом матче, что в сегодняшнем, хочу поблагодарить то, что нас хорошо поддерживали. Магнитогорске это тоже ощущало, да? Да, да. Для технического ТВ вопрос Владимира Юрзинова. Владимир Владимирович, вы сводите тому, ну, это логично, да, что кто больше забил, тот и выиграл. Но все-таки, ну, не раскрывая секретов, увидели вы у своей команды какие-то проблемы сегодня помимо реализации? Не обязательно, наверное, скорее кто использует свой шанс, потому что команда играет в атаке, команда играет в обороне. Здесь вопрос в использовании тех моментов, которые есть в игре. Поэтому, несомненно, игра не состоит только из игры в нападении. Игра состоит, в первую очередь, из игры в обороне. Ну, помимо реализации обеими командами, есть что-то еще, что он, пожалуйста, сыграл свою роль важную? Да ничего не сыграл свою роль. Один гол сыграл свою роль. Что ж, на этом завершим. Всем спасибо.